Здрасте, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Алькатрас, и мы продолжаем прохождение игры Tomb Raider. Вот, предыдущие мы успешно выбрались, ну, то есть, вначале мы не успешно разбились на этом корабле, на своем корабле, пытаясь найти императрицу какую-то там, каком-то там треугольнике дракона, ну, и наш корабль потерпел крушение, мы были рядом, после крушения рядом со своими людьми, но они нас не видели, и нас вырубил некий психопат, который потом затащил нас в свое логово в пещере и потом пытался убить. Ну, мы сумели сбежать оттуда и по пути убить его. И сейчас мы пережили ночь, вот в своем маленьком лагере, так сказать. И сейчас идем искать еду. Так, сюда же нам надо, да, вроде? Так, где нам еду, мать его, искать? Опа, олень. Иди сюда, олень. Олень, иди сюда. Так, у него есть лук. Так, только как мне до него добраться, да? Так, тут мы не заберемся. Так, ну, явно здесь как-то... А, ну вот, стоп, что это? Подобрать? Стрелы. Ну да, мы лук сейчас этот подберем. Надо для начала его... А, вот, ну все, сейчас подберем. Аккуратно, Лара. Аккуратно. Да, ты справишься. Давай, 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 давай. Главное, не пугайся. Так, хорошо. Давай. Ну ладно, хотя бы лук добыла. Радуйся хоть этому. Самодельный лук, полученное новое снаряжение. Так, и стрел еще нельзя найти. Так. Так, ну давайте потренируемся, выберем, допустим, вот сюда. А как стрелу подобрать? Так, понятно. Стрелы нельзя подбирать, это очень плохо для нас. О, вот еще стрелы. Ничего, нашли еще стрелы. Все окей. Так, у нас 10 стрел. И как я вижу, Лара левша. Так, где-то олень бегал. Давайте найдем олень. А, вот еще стрелы. Хорошо. Ну, всего лишь надо найти оленя того. Помните, в самом начале сейчас видели его. Так. Олень, ты тут? Нет, олень явно не тут. А, вот сюда давайте заберемся. Во. Молодец, Лара. Что у нас тут? И еще стрелы. Так, и осмотреть. Kind of так, ладно. Олени по-прежнему не видим, да, но сейчас его найдем, не ссы. Давай, Лара. Олень сам себя не убьет. Давайте получу, не спустимся. О, олень, вижу, вижу, вижу. Так. Завалили. Прекрасно, мы завалили оленя. Браво. Извини, олененок, но нам нужна еда. О, черт, он еще жив. О-о-о. Жалко, олень сейчас будет, мне кажется. Сейчас скрывать его стрелой будешь? Блин. Там что-то теперь какой-то олень со стрелой моей. Right, back to camp. Так, блин. Так, какой, блин, стороне у меня лагерь.
You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Инстинкт выживания. Ага, вон наш лагерь, значит. Давайте смотрим, вот здесь еще стрелы где-нибудь завалялись. Мы просто их не заметили. Здесь вокруг побегаем. Так, вот здесь сверху. Стрелы. Опа. Опа. Так, показалось. Ладно, видимо, здесь больше... А, вот стрелы, хорошо. Ладно, не будем куда-то там уходить вглубь. Пошлите вернемся в лагерь лучше. Так, хорошо. Так, ну вот куда-то сюда, да? Ну да, вон. Видно. А, ну вот, добрались успешно. Так, отдохнуть. Нажмите Е, чтобы отдохнуть в лагере. Так, навыки. Меню навыков. Используйте полученный опыт на развитие способностей. А, окей. Так, зрительное чутье. Слух и зрение обострились теперь далеко. Замечайте животных и источники пищи. Освоить? Почему бы нет? Нажмите Q, чтобы задействовать инстинкт выживания, и все животные и источники пищи подсветятся. Окей. Что это? Так, ну у нас очков сейчас нет, даже нам смысл что-то пытаться прокачать. Так. Что это у нас им доступно? Координаты, бла-бла-бла. Окей, все. О, вот вышел на связь. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Так, хорошо. Так, я опять забыл защищу интерсекундочку. Сейчас я смотрю по быстрому времени. Music. Музыка? Интересно. Very interesting. Так, недалеко особо. Да не, голубей я убивать не буду. Так, я вижу стрелы. Мне это очень интересно. А, стоп, это не стрелы, это труп. А, стоп, это раньше было закрыто. Окей. Да, великолепно, спуск вниз куда-то, да вы издеваетесь. Лишь ты туда прыгать будешь, Лара. Я бы не стал. Да, великолепно. Ну, у нас не остается выбора, как прыгать, да? А, есть лестница есть. Конечно. Ну да, если мы прыгаем, мы, скорее всего, все ноги переломаем. Или вообще убились. И что-то здесь, смотрите, какие булыжники. Так, и куда мы попали? Очередной храм. Ладно.
Давай, Лара. What am I doing? Так, а это какой-то... Кто-то здесь срок тянул, что ли, да? Или типа сколько дней не видел солнца? Не знаю. Не знаю, мне вот этот кружок тем-то напоминает яблоко Эдема. Не знаю. Из Assassin's Creed, если кто не знает, что это такое. Так. Так, ну да, если он кто-то срок тянул. О, Бог, это insane. Ладненько. На индийской песне где звучит что-то. Давайте обучим ящик. Классно, классно обыскал, чтобы все выбило. Так, что там? This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Маска Ханья. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Осмотреть, чтобы получить скрытую информацию. There are traces of white paint on the inside. Whoever used this mask. Изнутри следы белой краски. Маску надевает человек знатного рода. Понятно. Ну что, все, да? Ну да, вроде все. Так. Блин, это что, все слишком все слишком запутано, друзья. Один из 42 найден. Окей. Будем пытаться искать и остальные, постараемся. Давайте откроем. Так, заперто. Need something to pry this open. Чем же мне идти? А, особо был показан. Секунд, лага. Need something to pry this open. А, вон, вижу, да, для стололазения забыл. Называется штучка. Так, а дверь открывается? Нет, не поддается. Что? Чтобы сжечь? Ну, давайте подожжем. О, черт, опять. И сложно такой же псих прячется. Ну смотрите, человеческие останки же, да? О, блин. Вы только взгляните. О. Это же безумие. Нападет же сейчас на нас, да? Как мы достанем эту штуку, да? Киркан, получено новое снаряжение. Хорошо. Давайте потренируемся. Давай. Хорошо. Давай. Давай. Молодец. Идем вниз. Куда-то в бездну. Так, осторожно, Лара, осторожно. Ладно. Окей. Китайские собаки, осторожно. Окей. Так, а как нас менять-то? Так, из оружия только лук у нас. А как нам этой штучкой пользоваться-то? Так, а у нас только доступен лук. Ну ладно. Так, и мы просрали факел. Поздравляю, блин. А, стоп. Давайте подожжем. Нет, не просрали. Так, что теперь? А, во, вижу. Ух, убираемся из этого чертового бункера. Я так надеюсь. Давай, Лара, аккуратно. Хорошо. Так, а это, походу, тугая часть вот этого бункера, как я понимаю. Давайте под... We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Так, тихо. Здесь Сэм, что ли? Ты нашли Сэм? Laura, you made it. Sam. Ох, нашли одну выжившую. Surprise. О, двоих выживших. It's okay.
is one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. Я бы не стал ему доверять. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the sun. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds into battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. Ой, Лара, не засыпай. Не засыпай. Так, прекрасно. Я сказал, что этому чуваку нельзя верить. О! Твою мать. Твою мать, капкан. Волки идут, блин. Готовимся валить их. Вы издеваетесь, да? Он видел? Хорошо. Давай. Давай. Он видел. Давайте. Где вы? Пошло вон. Так, давай еще. Давайте. Пошло вон. Так, все. С волками закончили на сегодня? Так, Лара, давай, пока их нету. Вытаскивай свою ногу из капкана. О! Так, наши! Хорошо, давай. У вас ствол есть? О, это хорошо. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls should not go wandering off. We need to find them. No, wait. What about Raw? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Raw. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. You're gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. Прекрасно. С нами пошел какой-то ученый, да? Великолепно вообще. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Ты серьезно? Да. Почему мне так кажется, что его убьют? И очень скоро. Not so bad. Так, давайте отдохнем лаги, посмотрим мамчик, не прокачать сейчас всем. Так. Okay. This is Lara Croft. An archaeologist from the Endurance, shipwrecked on an island in the Dragon's Triangle.
east. Ладно, неважно. Пошлите. Дневники Лары. Что за дневник Лары-то? Интересно узнать. Ладно, потом разберемся. Сейчас нам надо догнать того чудика. Так, поджечь какую-то корзину. Так. Давайте возьмем факел. И подожжем. И что это нам даст? Выскать ящик. А, ящик нашли, вытащить. Запчасти. Ладненько. И бам-блам-блам-блам-бла. Ладненько, 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 ладно. Пошли за выводом. Как его там звали? Где ты, блин? Так, вот, все понял. Ой, блин. Офигенно, вы быстро объяснили мне, блин. Прекрасно, я просрал шутку ворот. Долбаные волки. Так, стоп. Кое-что интересно, минуточку. Опа. Хорошо. Да, доктор, ты вообще молодец, я смотрю. Так, что ты нашел за хэм-то? Так, ящик там какой-то, минуточку. Так, запчасти какие-то нашли, окей. Так, что это? Так, еще один лагерь открыли для себя. Так, хорошо, теперь у нас тут лагерь есть, это хорошо. О, стрелы. Это тоже хорошо. Что это? These are fascinating. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. Да, ты хоть знаешь, что ты делаешь, идиот? Ну, нам, конечно, вместо того, чтобы поменяться с девушкой, нет, он и позволит вот так поднимать. Ладно, знаете что, давайте тогда закончим на этом эту серию. В следующий отправимся искать рукоятку для мечига. А сейчас всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего, пока.